Расскажите, пожалуйста, что здесь случилось? Значит, здесь произошло возгорание горючих смесей и материалов, повлекшее по неосторожности повреждение имущества на сумму, превышающую размеры 10 минимальных окладов, в результате чего был установлен ряд нарушений должностных лиц, а конкретнее несанкционированные действия по обеспечению безопасности, а также неправомерное обращение со средствами, выделенными для противоборства подобных ситуаций. И, причем без необходимых документов со стороны уполномоченных отдела УФНКС по ОВД Юго-Западного округа. Простите, вы не могли бы сказать, ну, все то же самое, но только нормальными словами, да? Работаем. Вот это хуйня загорелась, а этот пиздец не доделал, не начал ее водой поливать. Она же, блядь, под напряжением. Ни хуя не делаю, ни хуя не работаю. Проворовались, блядь, все, пиздец. И все нахуй. Виктор Терпила, специально для НТВ.